Не разбей окно, Саша. Ты сказал, что здесь бронированные окна? По всему периметру. Как я тебе говорил, богатых нигде не любят. А очень богатых тем более. Поэтому здесь произведения искусства очень дорогие. Здесь, ну и самое главное, не столько произведения искусства, сколько здесь дети мои, семья моя. Вот это к этому. А это все, в общем-то. Я могу открыть сейчас дверь своей рукой? Нет. Ты никак. Нет, у вас надо ехать. Это только через мою руку можно. Ну, а еще жена хочет открыть дверь. А жена тоже, на всю семью. Это бронированное все. 5 тонн, Саша. Здесь обычно у банков стоит два магнита банковских дверей, а у нас 4 магнита. Внутри она залита свинцом. Материалом специальным, будем так говорить. Не специальным, а специальным материалом, металлом. Это дорогая игрушка, да. Ну, а обделанная она, это инкрустация кожи. Звук услышал, да? Угу. Вот.